Эпидемиологическая ситуация в стране и в городе еще нестабильна. В группе особого риска находятся люди старшего поколения. И именно для них руководство города, РФЦМНИЕФ и коммерческих организаций открыли два дополнительных пункта вакцинации в Центре культуры и досуга, а также в спортивном комплексе в НИЕФ. Мне вот по месту жительства я пришла сюда вот потихонечку, не пользуясь автобусом. Потому что как стараюсь больше не быть в коллективе массовой, потому что... Чтобы не заразиться, не заболеть. Перед вакцинацией пенсионерам помогают заполнить согласие и другие документы. Также в кабинете работает врач-терапевт, который контролирует все необходимые показатели здоровья. Прием на пунктах вакцинации проводит только по предварительной записи. Я сама привелась уже давно. Скоро уже будет ревакцинация, вот второй, третий раз. Сам я проходил эту самую прививку вчера. Здесь мне понравилась эта организация в НИЕФа, Дом культуры тоже в НИЕФа. Вот, и они молодцы, что это сделали так. Для предварительной записи на вакцинацию звоните по телефонам 385-49-661-00 с 8 до 17 часов. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.